здравствуйте. Некоторые дикие съедобные растения вырастают у вас прямо на огороде. Независимо от того, хотите вы этого или нет. Например, мокрица. Нет, речь идет про звездчатку среднюю. Просто она так называется. Мокрица растет повсеместно, в огородах, садах, вдоль рек, даже в городах у подъездов. Вот она, вот она. Ну, эту рвать мы не будем, так как, в общем, по некоторым объективным причинам. Здесь она тоже растет. Невысокое стелющееся растение, до 30 сантиметров длины. Стебли ветвистые, покрытые волосками, которые впитывают воду из воздуха и удерживают ее. Цветочки на некоторых маленькие, беленькие. Наверное, поэтому название звездчатка. Тут еще и укроп. Итак, давайте приступим к дегустации мокрицы. В питании используют молодую свежую траву звездчатки. Трава есть? Давайте пробуем. Давайте пробовать. Очень длинные стебли мы видим. Очень длинные. Мы попробуем листочек. Ну как? Я-то знаю вкус ее. Вкус интересный. Очень трудно описать этот вкус, но он, ну, напоминает обыкновенное съедобное растение. Но он не горький, он не сладкий, он какой-то нейтральный, больше нейтральный. А теперь я скажу по секрету. Для людей, которые пробовали кукурузу, не вареную, а сырую, что ее вкус напоминает вкус свежей кукурузы. Прям початка. А вот на этом даже видны бутоны. Вот они. В коробочках многочисленные семена. Кстати, вот они желтые. Видишь? Да. Вот они маленькие бутоны. Вся трава съедобная. Содержит витамины С, Е, каротин и сапонины. Мы, конечно, не знаем, что это такое, но это очень полезно. Да. Всем спасибо за просмотр. Что нужно делать? Ставить лайки. Совершенно верно. Если вам понравился ролик, подписывайтесь на канал. Полезным. Да, если вам он оказался полезным, подписывайтесь. Эту серию видеороликов мы обязательно продолжим. Всем спасибо. Всем пока.